от воздержания могут быть проблемы с потенцией. Есть разные врачи, и одни берут информацию из нерабочих книг или своей фантазии, а вторые опираются на исследовательские работы. А именно в исследовательских работах мы можем найти взаимосвязь между эректильной дисфункцией и порно. Одно такое исследование выявило, что 95% мужчин, которые обращаются с этой проблемой, с проблемой вялого огурца, это любители посмотреть порно от 1 до 3 раз в неделю. Вы можете подумать, ну, наверное, просто так совпало. Но отрицать влияние дофамина на эрекцию просто невозможно. Это медицинский факт. Твоя дофаминовая система должна быть в адекватном состоянии, если ты хочешь нормальный стояк. Это просто необходимо. Сейчас проблемы в этом плане происходят у молодых парней, как было у меня. Я столкнулся с этим в 18 лет.